По-моему, письмо. Следующий эпизод. Ферма. О, песик. Это кто-то ушел или это просто кто-то гуляет? Очень крутая игра, повторюсь. Мне очень сильно заходит. Олени! Прикольно. Это колея от... Да, это скорее всего... Нет, это не колея. Вот две колеи. В прошлом эпизоде, в начале, в самом начале машина проехала. Я думал, я там коньки отдам. Сразу в начале эпизода. Так, интересно, какие будут у нас головоломки здесь? Так, попытка номер два. Так, вот что можно... привязать. А. Как там? Мне нужно как-то подтянуть. Я до сих пор не разобрался в том, как именно. А, тут. Так, а ну-ка давайте там отвяжем, то там начудил малость, мне так кажется. А. Все, я понял. Сейчас очень много нитки соберем. Подняться. А поговорить. А, неужели здесь надо элементарный этот сделать? Трамплинчик себе. Да. Пока что все легко. У игры написано. Общее время прохождения, ну, типа в среднем, занимает около 5 часов. Мы вчера... А, понял. А, это лед! Все. Понял, принял. Я думал, это асфальт. Я такой, типа я поэтому и принял это за колею. А ну вон отсюда. А, я конечно, знаю, здесь скорее всего... Вороны будут нападать или что? Все. Здесь нужно очень быстро. Да, я понял. Сохранение было как раз перед тем, как я их напугал. Может, толкать надо? Нет, надо бежать. Угу. Все, я время потерял на том, что я попробовал с собой эту банку забрать. То есть распугали. Вон, на заход пошла.
Угу, еще одна. Раз пошла, два пошла. Угу. Засад. Стоп. Да, по-моему, сразу несколько должно. А, я в ведро залез. Я думал, оно дырявое. Одна. Ну, где-то вот две должно, по-моему, сразу же. Сохранились. Давай, давай, родной. Я не могу понять, почему он не хочет завязывать. Не совсем понял юмор. Может, нужно в сторону двинуться? Ой-ой, тихо, тихо. Сейчас. Он привязывать не хочет. А, он снизу ее может принять. Угу, ща. Еще одна. Да. Серьезно. Я думал, не достанет. Типа я такой, как Джеймс Бонд в прыжке. Так. Нет, не успею. Еще одна летит. Уходи! Думал, успею, не успел. Кстати, ага. Сейчас. Уже. Я лично кнопки путаю. Так, сохранились. Я так понимаю, нас здесь ожидают. Другие трудности. Подожди, зачем нам вот это? У меня вопрос. Ага, чтобы залезть сюда. А что у нас здесь? А что у нас здесь? Интересно, скотина.
А, даже... А как? А, стоп. Залазь, родной, все. Надо сегодня постараться вот вообще тупить. Рано, нет. А, ну ведь можно ведь... Пишет-то. Не, не так. Я думал, будет все-таки это. Он не допрыгивает. Надо подвязывать лишнего. Потому что у меня, как говорится, я-то не бесконечный. А к чему я его привязал? А. Сейчас. Так. Не-не-не. Опа. Ну. И что? Это... Это не... Ровным счетом вообще ничего не дало. Надо сбить его? Как-то странно. Сюда я это... Вот я не могу туда допрыгнуть. Это да. Это проблема. Хьюстон. Фигатый проблем. Так, нужно добраться до веревки. Веревка у нас... Высоко. Как добраться до высоты? А что, как говорится? Стоп. Подними меня наверх. Иди сюда. Вот это все херня. Вот это все херня. Верните мне. Сейчас пусть он навернет.
Умница. Так. Сюда. Мне почему-то кажется, что именно так. То есть здесь нужно использовать систему мостов таких. Вот мое мнение. Так. Отвязываем это сначала здесь. Нифига я пролетел. Вот это я Джеймс Бонд. Стой. Так. Опасно, опасно. Нет! Дядя Петя, ты дурак. Мне почему-то кажется, только я мог так вот намудрить. Так, я беру это в руки. Есть. Теперь мне нужно связаться вот здесь. И мне нужно привязаться вот здесь. Погнали. Все, наконец-то. Там это. You hear later. Аллилуйя! Мы наверху! И... Дурак, что ли? Серьезно? А вот сейчас крайне важно не накосячить. Потому что весь этот путь проходить с самого начала у меня сгорит. Не-а. Мир. Хорошо, мне нужно отсюда выбраться. Я так понял, да? А, все. Стоп, не-не-не, отвяжись. Отвяжись, родной. Это получается нужно. Нет. Надо привязать вот сюда и вот сюда. И мы тем самым не даем ей катиться. Так, мы, я так понимаю, в этом ангар, как оно правильно называется, не знаю.
Этот прицеп. Да, да, прицеп. И в никуда, я понял. Там наверх надо забираться, там надо посильнее раскачиваться. Так. Здесь, в принципе, можно было и... Во. Ага, все, принял. Там есть за что зацепиться, по идее. Да. Сохраняемся на всякий случай. Ой. Так, и привязываемся раз. Не допрыгивает. Значит, есть какой-то секрет, может? А, я сюда могу. А в чем? А, да, здесь ведь есть этот верхний этаж. Я не думал, что мне нужно будет сюда. Не, надо, наверное, все-таки уж больно много веревки уйдет на такую петлю. А, здесь дают трамплин сделать. Тихонечко. Там коин. Сейчас заберем коин сразу. А, вот так. Я думал, он сразу сам допрыгнет. Там, в принципе, и выход сразу же. А зачем тогда банка нужна? Тут тоже вопрос интересный. Зачем туда, в принципе, ход сделали? Ага, здесь тупик. Стоп, надо этот вот трамплин убрать, потому что очень много уходит нитки. Давай. Давай. Пока что я не видел места, где бы банка мне пригодилась. О, еще. А, это все для того, чтобы собрать монетку. А выход там наверху. Это вторая, ну, точнее, первая монета именно вот здесь. Она была по ходу. Как надо выходить именно нам. Так, здесь я забрал всего лишь
крюк. И все. А выход у нас наверху. Все. Понял. Тогда по новой. Делаем трамплин. Всё. Поднимаемся наверх. Просто я говорю, я не тот человек, который будет охотиться прям за всеми пасхалками, за всеми ачивками, там, вознаграждениями. В крайнем случае, ну, здесь это монеты. Ой-ой-ой. А, не, есть, есть. Я думаю, подождите. А как мне с нитками быть, алё? А почему в первый раз-то не открывалось? Теперь я просто-напросто поднимаюсь. Идея просто чумовая. Круто, очень круто. Я думаю, блин, ну ведь должен быть способ перевернуть ведро, и типа в ведре, скажем так, путешествовать. Все. Опа. А, там сохранение было, блин, я ну так... А что это там замерз? Видимо. Монетки. Давайте сохранимся и попробуем достать их. А, вон я вижу. А как? Он... Стоп. Подождите, а что это такое, вот это вот? Ему надо очень близко. Это получается, нужно было, наверное, с той стороны. Блин, а я... Оно к той стороне ближе находится, и поэтому... Все, завязал, по идее. Но оно, скорее всего, не сохранит, да, то, что я завязал-то. Ладно. Блин, ачивка. Я не особо... Просто тут интересно именно додумываться до этих ачивок. О, собачка. А. Что там? Не, казалось. Просто что-то светилось. Эвану... Не там отвязал? Ну да ладно.
Зачем? Что-то перетащить? Давайте дальше посмотрим, узнаем. Да, надо что-то нужно тащить. А, вот. А, я, кажется, догадываюсь. Надо было сюда, да, пройти? Значит. Сейчас, понятно, все. Understand. Главное, чтобы не было как с этим. Как он называется? Там коробка или что это было? В ангаре. Как это называется? А то это будет крайне печально. Ой, в мер? Нет, не в мер. А, то есть просто перепрыгнуть надо. О, первые воспоминания у нас здесь. Это с фотографией момент. Только фотографии, на фотографии кадр сзади, а здесь мы, можно сказать, сбоку его наблюдаем. Подружились? Это типа... Ну это ведь не... Это не ворона, это сорока. Потому что белое оперение это больше к сороке. А на нас именно вороны, ну, вечно нападали. Хм. Ну так вот не знаешь, где найдешь... нового друга. Ну как-то, кстати, очень далеко нас отнес, и нитки не закончились. Но ачивочку, ну не ачивочку, а, собственно говоря, цель. Вот эту нашивку. Скорее всего, это нашивка. Нашли. Блин, же аж ночь. Но мне очень нравится, как... проработаны миры и то, что здесь не просто рисованные фотографии и какие-то безликие лица, а используются именно фотографии из реального мира. Это очень-очень круто. Письмо. Как бы далеко мы друг от друга не дрейфовали, мы все еще можем сказать что-то друг другу. Почему так трудно это сделать? Ведь требуется совсем немного сил. С учетом того, что мы живем в 21 веке, это секундное дело. Фотография очень-очень красивая. Мне очень-очень нравится. И вновь. Стоп. Что? А, нет, это не играбельная фотография. Я подумал, что пропустил уровень прям под носом. Так, направляемся дальше.